Именно здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, мы продолжаем проходить такую игру, как The Dark Eye, Chains of Sentinels. И, в общем-то, в предыдущей серии мы очень долго с вами разбирались с этой загадкой, но она оказалась, на самом деле, элементарной. Я, как всегда, искала какие-то подводные камни. На самом деле, все было значительно проще. Мои самые первые мысли, в общем-то, по поводу этой загадки оказались верными. То есть, не помню, говорила ли я вслух про это или нет. Я сперва думала, что это 12. Не помню, опять же, говорила это или нет. По-моему, говорила, да? Или нет? Или 1 и 2 я говорила. В общем, это оказалось 12, а это все-таки 1. Никаких тайных параллелей с алфавитом здесь не было. И, кстати, это была и не восьмерка, а девятка, но неважно. В общем, оказалось, что это 5, 12, 1 и 3. И все стало на свои места. В общем-то, потому что у нас вот эта фигня, я не знаю даже как она, круг богов, даже сам Геран говорил то, что на часы похоже, и, в общем-то, нужно, соответственно, выбрать, как я и говорила, от первого, то есть вот он, этот Прайс, по-моему, да, он у нас первый, ой, да, вот первый, ну, как бы, естественно, от него будем отталкиваться. Раз, два, три, четыре, пять идет, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, один, и, в общем-то, what the fuck вообще? Сразу скажу, догадалась я не сама, потому что я реально искала там какие-то потаенные смыслы, а потом уже думаю, нет, что-то я куда-то в дебри захожу. Я решила просто подглядеть, хотя бы так, краем глаза. Посмотрела циферки, ну, то есть, как бы, посмотрела, правильно ли я думаю насчет цифры. Как только я увидела цифры, я сразу все поняла. Так что, как бы, не совсем сама. Не совсем честно у нас это вышло. О, кольцо. Ну, да, ладно. Чьи-то. И, кстати, я пока тыкалась, обнаружила, что можно шляпку порезать. Не знаю, зачем это нам нужно. Видимо, потом будет нужно. Давайте порежем. Ну, пускай будет так. Загадка реально оказалась элементарной, даже обидной. Я реально там искала скрытые смыслы. Просто все как бы намекало, и там и почитать можно было. Я реально ждала чего-то прям там мега, а тут оказалось все так просто, прям как, я не знаю. В общем, ладно, берем, хотя нам не дадут, наверное. What the devil? The seer's wooden ring. The magicians have simply caged it like a bird. Хорошо. Нет, да. Может, тебе как-нибудь. Да, господи, что ты рукой-то делаешь, если ты дала вилы? Ладно, что тут накалякано? The cage of Asmodeus. А. To keep valuable or forbidden artifacts. Surrounded by cumulative destroyer magic. Be very aware. Мы. Destroyer magic is conferred to every object or subject that comes into contact with the cage, whether directly or indirectly. Whatever falls into the cage cannot escape forevermore. Invisible threads of power hold the desideratum in the middle of the cage. Мы читали про жука Асмодея, помните, в этой в клетке? Ой, в клетке, господи, в комнате этого чубзика-то ненормального. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Объясни мне. Well, the jug doesn't even fit through one of the openings. Так подожди, да. Что, тоже не помещается? Так, еще раз. Finally, a tablet I, which doesn't automatic. The cage to keep valuable, surrounded by cumulative very. Destroyer magic is conferred to every object or subject that comes. Whatever falls into the cage, invisible threads of power hold the desideratum in the middle. Так, что с тобой сделать? The chandelier can either. Почему? Why can't I cast a ball of fire? Нет, тот же вопрос. I don't want to. Так. Not this.
Нет, почему? A funnel hat. И чё? Что же мне это дало? Empty. Замечательно. Я не знаю, зачем я это делаю. Then the wine will run through the hole into the cage. Or through the cage, be that as it may. This doesn't get me closer to retrieving the artifact. Так ты налил уже, нет? Then the wine... Oh, be that as... Да, я нифига не понимаю. Well... Нет, да. Why siphon? Я не знаю. Меня спрашиваешь? Why on earth? Undamaged. No. Так, ну, течет оно туда и чего? Точнее, оно еще не течет, но, черт. Ничего, не понимаю я. Шляпа мага. Шляпа воронка, это хорошо, наверное. Norta's research seems to have revolved. Then the wine. Мне что-то не хватает. Of course. Бумажку мне подложить. Гвиндлинг. Ищите надо. Thrashbeard is a greyish-green lichen that the Yaruga root has leaves like cell mandrakes. Это мы уже все нашли. No, what you... Откуда я знаю? Ау! Нет, да? Все еще нет. I'll wash the ring out of the cage with wine. Чего нам не хватает? Что не так? Он же сказал. Полететь все дела. Что не так? Нет, да. Ло-ло-ло-ло-ло. Взяла. Хорошо, допустим. Что мне это все дает? Это мы поняли. Да я знаю. Ну, допустим, воткнули. Хорошо. Вино мы сюда тыкаем, и как бы ничего. Подожди, может, что-то мы не подобрали, хотя вроде все перетыкали. Или я в городе что-то не подобрала. Я не знаю прям. Так, сейчас. For the sake of all time. Я же уже так делала. Не знаю, может, это куда-то сюда нужно было? О! Как это объясняется, простите? What if I just let them drop in? The shards hover in there like the wooden ring. Допустим, я не знаю, как... Что это нам дало? Я вообще не понимаю, что я делаю. Я не понимаю, что я делаю. Ничего не понимаю я. А, подожди. Да не дотянешься. Мы сейчас нальем. Все, я поняла. Мы нальем вино, и эта фигня опустится. Вместе с кольцом. Да? Я правильно понимаю? А, да, детка. Даже не опустится, а просто выскочит. А, ну потому что за пределами вот все понятно. Ла-ла-ла-та-та. А я могу разбить? No time. Ой, не то делаю. Хочу разбить. Don't break any... Да ладно, все ж хорошо. Мы получили кольцо. Где оно? Вон оно. Блин, конечно, обидно, что с этой... So much for your invincible cage. С этой загадкой так получилось, она была просто элементарная. Я просто реально ожидала то, что будут какие-то подвохи с этой буковкой, типа того «и». А все оказалось значительно проще. Просто я еще, помните, 5 раз тыкала, и как бы было сказано то, что «не-не, 5 раз». Я и думала, что может быть 5, поэтому я думала, что может быть там 5, 1, 2 или там 12 «и», которая девятка... И это тройка, но все оказалось значительно проще. Ну ладно. Я тупая.
Да, хорошо, и чё? Идем, наверное, к этому товарищу, к нашему. Вон охренеет. We have to talk. Look, Giacomo, the seer's ring. By all the stars. In the meantime, I've read through more of the magician's analysis. Do you know what exactly the thing does now? Zinda, have mercy on me. It really seems to swap the souls of two living beings. It's important to have a focus. The artifact has to be equipped with a part of the target's body. The raven's feather! From my dream! That's right. The target must be near the artifact too. How does it engage the magic? If you speak the word, the magic of the ring is engaged in Corvus. Alas, this says its magic is spent for the most part already. What does that mean? It can only be used once more. What exactly can be used as a focus? You will need an actual part of the target's body. Ooh. Hair, fingernails, blood. That associates the ring with the target person. The body part has to be conjoined with the artifact. Touch it, as it were. Who's man? The так vice было. Is locked. You will find, but he is. The seer is still. And what did Gwynling use to. Wait. Why? Or will. Do you think you. Так, we are. Хорошо. About. I'll be back. Кровь, значит, да? Ну, скорее всего. Вот кровь. Кровавая вилла, ла-ла-ла. I don't. Нет? Почему? Неужели себя придется порезать? Да быть не может такого. At least it's a memento. Ну хотя. At least it. Finally, I don't. Да не. Of all people, I must save. Да и японские боги. Подожди. Кровь, волосы. This is the artifact, the seer, and now his spirit rests. Перо. Я думаю, стоит сходить к королю. Да-да-да. Или нет. Или к этому чуваку. Чувак, помоги мне. Кстати, птичка. А, кстати, чудовище. Подойдет? Понятно. Почему? Ням-ням-ням-ням. Что с тобой делать? I hope the thing doesn't wake up. Что не так? No. Может? I don't. Да бред. Нет. Я знаю. Хорошо. Это глупо, конечно, все было. Ну да ладно. Так, может, свалим вообще реально отсюда? Перо ворона. Перо. Может, ну вряд ли, конечно. Нонсен. Я знаю. Перо. Перо, перо. Вы уж меня простите за такие комментарии, я просто немножечко устала. О, меня не пустят в замок, что ли? Да ладно. Аллея, гараж. Doesn't matter if the crows are cursed or not. My life is forfeit. You'd better go. There's time. Дверь ты мне не откроешь, да? Ну, значит, короля точно никак. Это, в общем-то, было бы слишком, мне кажется. Хорошо, что ж нам сделать-то? Может, еще раз с ним поговорить, с этим, как его там, короче, с исследователем. Потому что я, честно говоря, может, там обновилось что-то. Zinda, have mercy on me. It really seems to swap the soul. It's important to have a focus. The artifact has to be equipped with a part of the target's body.
Но мне нужно перо. Помните, перо влетело в кольцо? Либо мне нужно перо, либо мне нужен прах. Но, скорее всего, перо. А где его найти, я не знаю. Расскажи мне еще раз. Что-нибудь. Так, еще раз. What exactly? You'll need an hair, fingernails, blood. That associates the ring with the target person. The body part has to be conjoined with the artifact. Touch it, as it were. Would it be possible to change the ring's magic word? You mean the trigger? Why do you ask? Что я проглядел? We could render the ring useless to the seer and use it as bait instead. Interesting thought. The analysis of the magicians say that this is possible. The original word has to be recited backwards, followed immediately by the new word to be implemented. Have the magicians had any luck with this? I'm afraid not. They never found out the seer's word. In my dream, the seer mumbled one word when he changed souls. Try to remember it. Does not. It was Corvus. Formidable. Now we can prepare the ring with our own magic word. What magic word shall we choose? It shouldn't be too personal a word, or else the seer will guess it. It shouldn't be too complicated, so that we ourselves won't forget it. At best, it should be something that is uttered easily, but at the same time, something the seer doesn't expect from you. Бородавка! Сатинав. Ну, блин. That is a very good choice. Нифига себе хорош. По-моему, отвратительный выбор, ребят. Бородавка была бы лучше. Там, я не знаю, родинка, прыщ, бдыщик, там, бдодинка. Все что угодно. Но сатинов это, по-моему, перебор. Хорошо. This is the artifact, and now his spirit. И как? Чё? На себя? На кого? Давай, давай ты. А как произнести слово-то? That doesn't help. Я знаю. Not a... Подожди, может как-то... А как... Блин, мне надо, наверное, найти что-то, да? Туловище какое-то. Zinda, have mercy on me. It's important to have... Да-да-да. Короче, нужно что-то найти. Прям... Я так понимаю, нужно человеческое тело и желательно живое. Ну, как бы, чтобы заманить его, да? Или чё? Может, на тебе? Вряд ли. Ну, вот ворона, но она как бы не юзабельная. Gwyn... Я знаю. I could really... Ну, слушай, что ты хочешь от меня? Я так уже на всякий случай. На ком бы использовать-то, а? Я знаю. Зачем я сюда пришла? Я хочу разбить штучку. Don't break anything now. Почему? Чё, всё сломается? Мир разрушится или чё? Может, в этого кинуть кольцо? В этого чувака, который наверху там сидит? Хочешь кольцо? Ничего я не хочу. Так, что мне еще есть вообще? Мне нужно соединить кольцо с чем-то. Либо с частью. Ну, как бы, вот кровавые вилы, блин. Откуда я знаю, здесь кровь? Я знаю. Да иди ты. Может, вилами его... This madness. Да, я понимаю, но мало ли. Что не так? Может, домой сходить? Может, там что изменилось? Но вряд ли.
Not like... Я знаю. What's written here? The print is... А, кстати. Точно ж. What's written here? Raven's Peak. What does that mean? Хороший вопрос. There are only Let's Thrashbeard is a grayish green. The Yoruga root has leaves like celery mandrakes. Those are Nuri's. Doesn't what? There's no. I'd rather. Now, sure. Now those ghastly. Клюв. Клюв, 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 клюв. Может... I doubt I can... Да иди ты в пень со своим, я сомневаюсь. Так, знаете чё? Чё-чё-чё? Давайте сходим к нашему другу. И спросим у него про клюв. Может, он что скажет? Вообще, как-то вариантов-то не очень много осталось. Мягко говоря. Прям даже не знаю. Может, мне реально сейчас нужно будет просто плети на этот клюв в это место? И там все решится. We have to talk. А, географию надо открыть. Нет, не надо. Does the name Raven's Peak mean anything to you? Gwynling scribbled that on his drawing of the harp. That isn't the name of a mountain. Perhaps you will find a hint in the ethnographic section of the. Надо. I'll be back. Надо, надо, надо. Отлично. Хоть наконец-то пригодились эти полки. По-настоящему, да, география. Raven's Peak, Raven's Peak. Here, the mountain Raven's Peak in the Stone Oak Forest. And on this page, Magician Dorota has drawn the way to the magic harp. Excellent. Ну пойдемте тогда туда прям. We have to talk. Клюз. Мне пора. Да. I'm ready to go to the Raven's Peak to free Nuri. I'll bait the raven with the artifact he so desperately wants. Then I'll kill him, or flee with Nuri. I don't know, Geron. Certainly it is useless to him without the new magic word, but how do you want to set the trap for him? He is a raven. I am a bird catcher. I'll come up with something. I'd like to have your self-confidence. So, this is goodbye, then. No. May the stars of the worlds and all the fairies' luck be with you. Farewell. Farewell. And keep away from the harp strings. Touching them destroys the human spirit. Прелестно. Thanks for your help, Giacomo. Полезный мужик вообще. Молодец. Без него бы в чем мы делали? Ну что, последняя заставка? They say time heals all wounds. Even its own. But Geron's time had almost entirely run out. Fate, destiny, doom. He didn't bother with such thoughts anymore. The end of his journey lay before him. В заставках Герон как-то симпатичнее, да? В игре он какой-то куцый. Ух, ты ж японский. А черт. Так, ладно. Что у меня есть? У меня ничего нету. Что это? Why isn't this battle mentioned in any legends? I'd better lay low. Хорошо. Так, катапульт. Замечательно. I'll lure them onto the lake. Then I'll smash the ice to pieces. Somehow. Пойдем наверх. Выставил он тут охрану, понимаешь? Так, Can't have been dead for long.
Что-то она какая-то огромная, вам не кажется? This is a knight's horse. The foreleg is branded with the oak of Andergast. Так, снаряды. Ну да, нелегко, что-то хотел. Так вот у тебя... Подожди, не то. Completely. Сейчас все будет. Very good. The ice is coming off. Now it should be working. Now it... Давай. Странно, что он не подпалил заодно это. Without a bolted lever locked into the... Так, рычаг. Что сойдет за рычаг? Не сойдет. Рычаг, 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 рычаг. Ну, глупо, конечно, это использовать как рычаг. Может, мы что-то разбить можем? Ой, не хочу, конечно, этого делать, но... Сефирам will understand. Кость. Да? This piece of skin should suffice. Нет, кожа только. А, зачем нам, простите, кожа здесь? This is the foreleg is... Подожди, неужели все? Вон же. Нет. Perhaps the hide can replace the missing sling on the catapult. Так, мне тогда чего-то не хватает. Наверное. The mechanism still and the bolted lever that locks into the cogwheel has been removed. Нож сойдет все-таки для этого дела, нет? Вряд ли. Не то. Это все не работает. Подожди, чего мне не хватает? Чего я не подобрела? Рычаг, который будет фиксировать. I have to get... Да я понимаю. I better lay... Кажется, замечательно. Может, разбить тут что-то, чтобы они отвлеклись? This is for you, Raven. А, ну, ок. Я сперва не въехала, про какое озеро он говорит, сейчас до меня дошло. Так, мы пройдем сюда? Мы пройдем сюда. Возьмем рычаг. Угу. Замечательно, бежим наверх. Скоро все это закончится. Скоро этот ад закончится. Все будет хорошо. The catapult isn't lo- well, how could it? Да сейчас все будет. Или нет? Not like the- Perhaps the... Ну как бы. Чем мне еще не хватает? Веревочки, наверное. Ну хотя нет, вот все, все хорошо. These will have to do for one single shot. Я очень надеюсь, что ты нормально все это сделаешь. Now it should be working. I always wanted to do that. Ну да. Знаете, стандартный вот этот крик. Вот это вот качающий из фильма в фильм из. Из игры в игру. В общем. No one is ever going to sacrifice to you ever again, Sia. No one is ever go- Жесть какая. Сейчас возьмем копье. Так, а мы можем кольцо где-нибудь на этом, на чем-нибудь использовать? Нет? Ну, то есть, ну вы поняли. Видимо, нет. Я побоялась так идти с кольцом, не перезаряженным, скажем так, не перезачарованным. Логово льва. Куча хлама. Придется, Герон. Сейчас мы починим. Yuri, I'm coming, and then the Raven will decorate this pole. Ну,
Very well. But what will I sacrifice to the beasts? I'm reluctant to cut off my own hand. Ну порежь ее хотя бы. Да что ты делаешь? Very well. But what will I sacrifice? I'm reluctant to cut. Жертва. А вон арфа, кстати, офигеть. Нюри, she's still alive. А вон Нюри. I mustn't get, or else I'll be lying beside. Так, надо что-то сделать. Понять бы что. Может тебя как-нибудь. Нет? Может, ножиком в тебя кинуть, нет? Нужно руку порезать, я думаю. Но как-то не очень получается, да? At least it's a memento of. Doesn't work. Ничего не получается. I need to focus. Так, давай. Сейчас вот так вот. Не? I mustn't get near, or else I'll be lying beside this skeleton soon. Кстати, скелетик. I mustn't, or else they guard the entrance. Да хрен бы с ними, насади их и все. Так, что-то не работает. Давайте попробуем, может, тех снаружи насадить. Жертва. Понимаешь? Чё-то как-то не очень, да? Мне нужна своя жертва. Но мне нужна кровь, сказано же было. Для дураков. Я так понимаю, мне нужна кровь. Правильно? Или нет, подождите, там конина же наверху лежит. Хотя она уже... Чёрт его знает вообще. Ну не знаю. If I bathe the artifact in the horse's blood and speak the magic word, will my soul vanish into the body of the dead horse? Ну вот да. И я там же. It can't have been dead. Давай еще. Уах! I don't need any more. Ну и слава богу. Все, мы получили с этой лошади все, что было вообще возможно. Мне ее очень жалко, конечно, но ее жертва не будет напрасной. Дотроперма, что они сделали с тобой? Very well. Да не надо, господи. Фу. Валим. Чё-то всё совсем плохо, да? А, сволочь. Как ты взялась тут? Так, подожди. Да хрен его знает, ты меня спрашиваешь? Чё там случилось? Давай, чтоб тебе... Долбани ты ее, господи, нет? Сейчас как всадит, я чувствую. Геран убьет? Офигеть. Реально убил, смотрите. Кровяк пошла. Стой! Куда пошел? Только не трогай струны, я тебя умоляю. Мне вообще-то кажется, что все плохо закончится. Господи, сейчас не стала посмотреть на нее. Нюри! Нюри! Who are you? О, боже, посмотреть на нее.
Блин, что с ней сделали? Посмотрите, вообще. Она постарела лет на 30. Can't you see me? It's me, Geron. Geron? The harpers called you here, like the birdman said. Yes. I wanted to paint a green sky for you, but the sounds of the harp make every color black. I'll take you away from here. Somehow. Блин, какая жалко. Ух ты ж. Всего лишь птица, ага, посмотрите на ее размеры. Don't bother, bird catcher. There is no salvation. Nuri and the harp are one. Seer. Yes. It's a shame that I am who I am. That I see what I see. And that I have to do what has to be done. You are asking for sympathy? I am not heartless, Nighthair. I'm just taking what was meant to be mine. And what, pray tell, is that? I was once promised eternal life, but all I got was the prospect of a painful death. But this cannot be my fate. The gods have one more task for me to fulfill. There is a reason why I was blessed with the gift of second sight. That's why I mustn't die. But die is what you will do. I'll pluck you and then stuff you. Think about your next step wisely, это просто камера так была, он маленький все еще. Don't you understand? Nuri is just the fabric your dreams are made of. The magic bird that vanishes as soon as you reach for it. Down there, real life is waiting for you. The herb girl will give you many children. Children that no fairy would have ever born for you. What do you say? Don't you want to give me anything in exchange for that? Didn't you bring what belongs to me? Give me the artifact, and I'll let you go. Да пошел ты! What do you want with the ring? Will your spirit occupy my body? Indeed. Wouldn't that be sweet irony? Mm-hmm. But why would I want to be a bird catcher when I could be king? That's what this is all about. You want dominion over Andergast. Andergast? No. I will reign over a realm of dreams. A thousand shards of dreams reveal the future to me. And then I'll forge it after my own will. And finally, I will be immortal. What did you do to Nuri? Let her go. Torture me if you need a sacrifice. You cannot save her anymore. The harp has consumed her. Every attempt to free her would mean her death. Mm-hmm. Well? No, no, there must be another way. Useless thoughts, Nighthair. I've long since seen your decision. You will extend your hand and give the ring to me. Ну, а то, что будет после этого, ты не видел? Well? No, no, there must be another way. I've long... Так, а, ну да. Мы же еще и слова не поменяли. Вообще странно, он мог забрать это кольцо, то есть сам. Но он почему-то не хочет этого делать. Так, что я могу сделать? Вороны, арфа, вороны. Хрен, мы можем ее разбить? This horror, my mind. All this just and to avoid there must be thousands. Что мне делать, что мне делать? Нури, помоги мне. Давай. Дотронуться — плохая идея. Don't give up, Nuri. I'm sorry I lied to you. I wanted to save you. Don't worry. Imps lie quite often too. And I like imps. Oh, how heartwarming. You'll be free soon. Then you'll fly, free like a bird, soaring up to the skies. Somehow. Somehow I'll get the harp to let you go. But I am the harp,
And if I stop playing, everything will break apart. I have to go now. No. Please stay. The Birdman wants you to be alone. No. No. So that I don't distract you. No. I don't want to be alone. I have played for so long. I wanted you to come here. The Birdman promised me. Блин, жалко ее, пипец. You'll be laughing again soon, Yuri. I promise. Нужно, наверное, слезы, да? Да. You'll be laughing again soon, Yuri. Они поменяют, он поменяет их местами, она станет воронкой, вороной. Tears as focus for the artifact. The same way the seer used the feather to project himself into a raven's body. Она будет летать. Вот, вот, чё, почему он это говорил. А он переместится в ее тело и, в общем-то, помрет, потому что... Или не помрет. Короче, будет привязан к арфе, да? И его можно будет отлепить, и он умрет тогда, да? Я так понимаю? Ну чё, на, возьми свой вонючий артефакт. Блин, бедная Нури. Here, take your crown. Wear it for as long as you live. Подавись. Гад такой. Ну? Ну-ну? Давай, Сатинов, давай. Придурок. Давай, ну. Сатинов. Ну, Сатинов же. Мне бесит, как он каркает. And now you never meant to let me go, right? Be mad at the gods, Nighthair, not me. Every lot they foist upon us seems so unfair, doesn't it? But what do your woes or those of a fairy mean compared to all the lives I could save? Lonely bird. Boron will take even the lives you temporarily save eventually, and being immortal will make you bitter. Time will flow thick like glue, and for one tiny moment you will let down your guard. That's when the Keeper of Time will punish you. The Keeper of Time? The 13-horned. The chained giant. Do you still not understand, Birdcatcher? The 13-horned has no dominion over me. There is no keeper of time. There is no Satinaf. Придурок. Куда кровь делась? Ну да, он касается, да, вот помните то, что люди не могут коснуться арфы? Но это считается? Я сейчас заплачу. Блин, ну как? Нури, хорошо хоть жива осталась, но как бы... Ну как бы. And Geron returned to Andergast with her. No one there even knew of his great deed. But he didn't mind. The crows had vanished, and so had the dark dreams. And soon the land fell into a blissful sleep again. Офигеть. Шикарно, слушайте, вообще, вот прям, господи, столько времени не обходить эту игру в страхе, в общем-то, чтобы наконец в нее поиграть, это прекрасно. Слушайте, мне прям очень понравилось. Обидно, конечно, что два раза пришлось подглядеть в загадках, которые сами по себе были несложные.
То есть вообще, я бы сказала, несложный. Но так всегда, наверное, случается. Ты там себе выстраиваешь. В общем, немножко обидно. Ну да ладно. В общем, прекрасная история. Как вы знаете, я уже говорила об этом. У нее есть небольшое такое продолжение. Плохо себе представляю, что там вообще будет. Знаю только, что там будет еще один персонаж, помимо Герона. И игрушка называется «Мемория». Я думаю, в ближайшее время я посмотрю на эту игру. И, в принципе, если там все неплохо будет, мы, я думаю, пройдем, потому что интересно посмотреть дальше на приключения Герона. Тем более, что там вроде как, если я правильно помню, там в описании что-то обозначалось, как Герон отправился куда-то там, в параллельный мир, искать то ли свою возлюбленную, то ли еще что-то. Я не знаю, что... может, я плохо помню, не хочу врать, но что-то там такое про любовь, короче, в очередной раз. Либо второй персонаж ищет что-то там. В общем, что-то про любовь. И я думаю, если все будет хорошо, как я уже сказала, мы обязательно пройдем эту игру. Но это будет через какое-то время, не прямо сейчас, вот не прямо после этой игры, потому что как бы надо немножечко отдохнуть от этой вселенной, от этих персонажей, соскучиться по ним, чтобы уже потом с новыми силами рвануться в пучину приключений. В общем, не знаю, мне понравилось все, пожалуй, и сама история, загадки очень понравились, то, как все оформлено, здесь вообще прекрасно все нарисовано, ну, то есть, вообще прекрасно нарисовано. Были, конечно, немножечко проблемы небольшие, то есть, вот эти баги с текстом, с отсутствующими субтитрами, раз, и помните, там момент был после деревни орков, у нас там все перемоталось, как будто бы я скип много раз нажимала, но это само так получалось. Это, конечно, немножечко неприятно удивило, но это такая мелочь, на самом деле, по сравнению с теми эмоциями, которые мы испытали. Потому что эта игра и радовала, было очень много забавных моментов, и романтика даже была. Персонажам действительно сопереживаешь, особенно жалко Нури. Подозревала, что что-то нехорошее будет в итоге с ней. Ну, слава богу, мы ее спасли, слава богу. Она, конечно, стала птичкой, но зато она жива, и это самое главное. Вот. Были и, в общем-то, страшненькие моменты, было в некоторые моменты действительно жутковато, то есть, когда, вот помните, мы в ловушку попали, вот, нас на мельнице или где там связали, когда Нури плохела, и когда мы ей врали, не хотели врать, но нас заставляли, и это было так неприятно, потому что ты знаешь, что ты сейчас наврёшь, и это все плохо закончится, ты уже знаешь, но ты врёшь, потому что у тебя нет выбора, черт возьми. В общем, это здорово, на самом деле, потому что игра очень много самых разных эмоций вызвала. И, в общем-то, доставила неизгладимые впечатления. Вызвала неизгладимые впечатления. И, в общем-то, они останутся со мной на века. В общем, не знаю, что еще сказать. Прекрасная игра, замечательная. Я очень надеюсь, что вы как-то посмотрели первые серии и потом решили пойти поиграть самостоятельно, а потом уже досмотрели прохождение, либо включили там, не знаю, какую-нибудь последнюю серию, потому что, мне кажется, лучше, конечно, такие игры проходить самостоятельно, потому что смотреть квесты... Не знаю, никогда не смотрела квесты, как-то мне кажется, в них лучше играть, иначе какой смысл вообще? Смотреть можно что-то другое, а квесты лучше играть, конечно, самостоятельно, но тем не менее. Я надеюсь, что вам понравилась эта игра, понравился сюжет, понравились персонажи. В общем, я надеюсь, что вам понравилось это прохождение в сумме. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, чтобы не пропустить какие-то новые, в общем-то, квесты или еще что-нибудь. И, в общем-то, не знаю, оставляйте комментарии, кто что думает по всему этому поводу, оставшие друзья. Ладно. Вот. Давайте что-нибудь откроем, чтобы красиво было. Смотрите, какая эволюция. А мне вот этот, кстати, вариант нравится. А вот этот вариант, кстати, больше похож на роликовский вариант, да? Интересно, развивался персонаж. В общем, что делать, вы знаете. Давайте сейчас посмотрим тогда местные арты. Офигенная, на самом деле, работа проделана. Смотрите, как интересненько.
Это все, что ли? Да ладно, быть не может. Давай, вниз, вниз, наверх, куда-нибудь. Да ладно, все, что ли? Так мало? А, подожди. А это закрыто? Ну, что-то как-то мало, да, и правда. Ну да ладно, в общем. Как я уже сказала, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь, чтобы не пропустить еще что-то новое и продолжение, в общем-то, собственно, истории Герана. Рано или поздно, я думаю, она появится. Вот. Ну и, в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание, за то, что вы все это дело посмотрели. Надеюсь, вам понравилось, опять же. И, в общем-то, увидимся в других прохождениях и, предположительно, в продолжении данной игры. В общем, с вами была Севен. Всем огромное спасибо за ваше внимание. Всем удачи и пока-пока.